Этот друг беде точно не бросит. Речь о Банди, подопечном приюта для бездомных собак «Право на жизнь». Не бросит, не бросит. Да просидишь тут до пенсии так. Банди долгое время опасался выходить на улицу, только в вольере он чувствовал себя в безопасности. Настолько пес был напуган. Волонтеры приюта смогли помочь Банди обуздать свои страхи. Теперь он спокойно гуляет, проявляет интерес к внешнему миру. Очень ждет хозяина, с кем можно было бы разделить эти простые радости. Если у вас появилось желание познакомиться с Банди, напишите волонтерам приюта в социальной сети ВКонтакте или на телеграм-канал «Право на жизнь».